Так, мы находимся в сборочном производстве по сборке чиподули. Чиподули – это изделия, которые впоследствии монтируются в паспортно-визовые документы, загранпаспорта, российские паспорта, полисы медицинского страхования и карты МИР банковские. С кристального производства пластины попадают в сборочный цех, где распиливаются на тысячи кристаллов, после чего происходит монтаж кристаллов на лентоноситель, разварка золотой проволокой для обеспечения контактов, герметизация этих чип-модулей и впоследствии электрический контроль, где в них зашивается необходимая криптозащита и информация.